Ребята, всем привет! И сейчас мы идем шопиться в торговый центр, а потом будет еще много приключений, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Как всегда, наши любимые автоматские почувствия, и сегодня мы испытаем удачу. Стой, так, раз, нажимай, стой. Она специально так делает. Не слава богу, у тебя минут. Так, теперь я. Наверное. Это специально так делается. О, мне лимон. Наконец-то мы добрались до детского отдела. Сейчас попробуем себе тут что-нибудь одежду какую-нибудь поискать. Но тут, мне кажется, больше игрушек, чем одежды. У нас все мальчики вот с такими вот вертушками играют. Вот, да, это Библейды, вот даже Аня знает. А как она делается-то? Сейчас, мы должны понять. Вот. Миленький единорожек. Мы пришли в наш любимый отдел, стоп-модель. Аня хочет выбрать себе раскрас. Аня, мне кажется, тебе нужно потоньше. Может, смотри, есть вот такие с наклеечками. Собачки. Смотри, вот тут вот берешь вот эти наклейки и нужно обклеивать. Вот, Аня, я тебе предлагаю вот такой взять. Тут, смотри, для лошади есть наклеечки. Вот. Еще вот тут для одежды разная. Для вот этих самих. Будешь брать? Да. Мы нашли Шарпи. Это шок. Реально, я думала, только в Америке это будет. Батутный центр Sky Park. Поразвлекаться! Аня клеит наклейки, которые купила себе. Суп с креветочками. Суп с лапшичкой. Еще принесли креветочки и спринг-роллы, да? Соус. Аня пробует мой супчик. Вкусно? Он очень горячий, аккуратно. Ну вот, 6 тушек, нормально. Маме принесли такой очень красный суп. А я свой кушаю. Смотрите, какая тачка крутая. Ламборджини. Папа уже себе купил несколько вещей, а мы себе еще ничего не нашли. Смотрите, вот эта кофта просто божественная. Кельвин Кляйн, джинсы.
пошопились, и сейчас пришло время определить победителей на адвент-календари. Так как все в комментариях писали, что все хотят именно вот этот календарь, и никто не хотел шоколад, поэтому мы все эти три адвент-календаря совместим, это получится такой один большой подарок. И сейчас давайте запускаю программу, которая рандомно выбирает победителей. Поехали! Кто же это будет? Жанна Себенова! Поздравляем! Жанна, напиши нам в комментариях или, может быть, в Инстаграме в директ, чтобы мы отправили тебе посылку, ты отправила нам адрес и получила вот эти три классных адвент-календаря. Ну а мой влоговый день подошел к концу, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте смотреть видео с моим участием на канале Анютка-Малютка. Пока-пока!